Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с распаковкой посылочек с AliExpress. На самом деле посылок у меня будет намного больше. Первая посылка, с которой мне хочется начать, я ее уже распаковала. Она у меня вещевая. Здесь у меня находится блузочка. Сразу хочется сказать, что посылка ко мне пришла крайне быстро, где-то недельки за полторы. Трек номер отслеживался. И также ее отправили с супер быстрым отправлением с доставкой на дом. Но так как у нас почтальоны на дом приносят очень долго, я ее быстрее решила, что заберу сама. Так, внутри посылки у меня находилась вот такая вот блуза. Она укороченная. Снизу блузы имеется резиночка. Размер у меня S. На мои параметры 86-60. Блуза на мне сидит идеально. Я уже ее померила. Мне очень понравилось то, как она смотрится в деле. Да, на ней есть вот такие вот ниточки небольшие. Но, в принципе, это не критично, так как их можно срезать. Так, в общем и целом, нитки больше нигде не торчат. Ничего не распускается. Резинка плотная. Сшито все аккуратненько. Строчки ровные. На рукавах имеются вот такие вот резинки, с помощью которых фиксируется рукав. Также здесь резинка довольно-таки хорошая. Ничего не вываливается, не выглядывает лишнее. Да, вырез, конечно, здесь довольно-таки открытый. Но я скажу, все в пределах нормы. Ничего никуда не выпадает. Также по низу резинки имеется вот такая вот рюша. Необработанный край. Как необработанный, в смысле он без резинки. Выглядит довольно-таки интересно. Когда натягивается, надеваешь уже на себя, все смотрится по-другому. Состав данной кофточки 100% полиэстер. Да, это на самом деле синтетика, но она такая приятная на ощупь, я вам скажу. Не прям такая хрустящая синтетика, чтобы она шуршала при ходьбе. Очень-очень все комфортно. Также имеется информация о том, как нужно ухаживать за данной вещью. Тут у нас только ручная стирка. Я не уверена, что я буду стирать эту вещь вручную. Скорее всего, она так же, как все остальные вещи, у меня будет стираться в машинке. Очень интересно будет узнать, что произойдет с ней после стирки. У продавца можно было выбрать также другие размеры. Кстати, заказывала я себе согласно размерной сетке. И могу сказать, что размерная сетка совпадает. Но если вы хотите чуть-чуть, чтобы было посвободнее, можно выбрать на размер побольше. Хотя я бы, наверное, не рекомендовала заказывать именно данную модельку в размере побольше, так как все-таки она подразумевает, что будет сидеть вплотную и не будет лишней свободы действия. Конечно же, по традиции показываю то, как эта вещь смотрится на мне. Как я уже сказала ранее, мне очень понравилось то, как она выглядит в деле. Я ее планирую либо носить летом с завышенными шортами, также можно носить сейчас, так как у данной блузы длинный рукав, и, скорее всего, буду также носить с завышенными джинсами. Хотя сейчас модно, чтобы было видно живот, и если у вас идеальная фигура, то можете носить и так. Экспериментировать можно по-разному, сейчас каждый носит по-своему, но я брала для того, чтобы носить данную блузу с завышенными джинсами, и мне кажется, смотрится в деле довольно-таки неплохо. Далее, следующая посылка у меня маленькая, в ней у меня также находится одежда. Я уже тоже распаковала данную посылочку, знаю, что находится внутри. Вот такую вот визиточку положил нам сам продавец. Здесь у меня находится купальник. Но скажу вам честно, я немножко разочаровалась, когда он ко мне пришел, так как на модели он выглядел намного лучше, чем на мне, как мне кажется. И сейчас вам объясню, в чем мое разочарование. Мне очень нравится то, как сидит лиф на мне. Все красиво, комфортно, ничего нигде не выглядывает, прям нигде не перетягивает. Мне понравился верх данного купальника, потому что он довольно интересный, необычный, держит очень-очень плотно. Мне не понравилась застежка, так как если ее засунуть сюда, то обратно довольно-таки сложно все это расстегнуть самой. Мне пришлось прибегнуть к помощи своего супруга. Посмотрите, вы сами видите, что здесь довольно-таки сильно цепляет. Но это не критично, как бы к этому можно и не придираться. Мне не очень понравились сами трусики, то, как они сидят, странновато и не очень удобно, так как все-таки немного куда-то что-то перетягивает. И также у них завышенная посадка. Я не очень люблю такую. Я говорю, на модели выглядело очень красиво, но на деле мне не так нравится. Свои параметры 86, 60, 90 я брала размер M. На мне данный купальник сидит плотно. Я брала, по-моему, на размер больше, чем указывал продавец. Если вы хотите, чтобы вам тоже данный купальник подошел, то, скорее всего, тоже нужно брать на размерчик побольше.
На трусиках имеется вот такая вот пленочка. Это очень прикольно, так как знаю, что никто, кроме меня, его не носил. Трусики выполнены вот таким образом. С одной стороны у нас две полосы, с другой стороны одна. Вот с такими крепежами. Верх купальника оборачивается вокруг тела и как бы нахлёст ложится. Кому-то может показаться минусом то, что нельзя регулировать лямки купальника, как бы верх купальника. Но, в принципе, мне это не нужно, так как довольно-таки все комфортно. По высоте мне купальник подошел. И также продавец положил резиночку в подарок. Это тоже очень-очень приятно. Если сравнивать этот купальник по качеству, то качество ткани очень хорошее. На самом деле приятное. Все выполнено аккуратно. Нитки нигде не торчат. Все сшито ровно. Также крепежи. Фурнитура довольно-таки крепкая. Не развалится у вас при первом применении. Но я говорю, немножечко с моделью не угадала. А так по качеству купальник очень-очень хороший. Состав у данного купальника вот такой. И так как мне понравилось качество данного купальника, возможно, в будущем у данного продавца я просто приобрету купальник другой модели, попроще, не такой замысловатый, который точно подойдет. Или буду носить верх от купальника просто с другими трусиками, подберу по цвету, как бы сейчас можно комбинировать, носят и так и сяк. И буду носить данный лиф с другими просто купальными трусиками. Потому что... Эти я, наверное, не буду носить, скорее всего, так чисто, если где-то сфотографироваться, на пляже полежать. А для того, чтобы просто носить в бассейн, как по мне, это немножечко слишком. Посылка ко мне пришла быстро, трек номер отслеживался. И да, все ссылочки на те товары, которые я сегодня покажу, вы найдете в описании под видео. Если что-то понравилось, проходите, смотрите более подробно. Далее, следующая посылка, которую мне хочется вам показать, она вот такая вот объемная. Здесь, я так понимаю, у меня должна быть косметика. Давайте посмотрим, какая именно. Так как я посылку еще не открывала, решила это сделать вместе с вами. Все мне пришло в воздушном пакете. Отлично запакованная. Да, на самом деле здесь косметические товары. Вот так все это пришло. Посылка ко мне пришла быстро. Где-то недельки за две. Трек номер отслеживался. Так, открываем воздушный пакетик. И здесь у нас... Давайте пойдем по очереди. Первое, что я здесь вижу, это крем против акне с манго. Подобные кремы я уже заказывала. Как я сказала, пользуюсь ими регулярно. Прыщики иногда выскакивают, поэтому... Данные средства хорошо помогают, они предотвращают появление прыщиков. Как бы если у вас появилось покраснение, вы нанесли туда подобный крем, и, как правило, он предотвращает появление или ускоряет быстрейшему выздоровлению кожи и исчезновению прыщиков. Объем баночки 15 грамм. Давайте посмотрим, как это все выглядит внутри. Коробка пришла запакованная в слюду. Также плюс это то, что имеется вот такой язычок. С помощью него легче открывать коробочку. Внутри у нас находился вот такой вот флакончик. Внутри флакончика вот такой крем. Как я уже говорила, подобными кремами я пользовалась. И примерно знаю их эффект. Поэтому долго останавливаться на данном креме не буду. Пользуюсь регулярно. Аллергии и раздражения у меня от данных кремов не возникало. Только положительные впечатления. Поэтому беру их из раза в раз снова и снова. Далее следующее, что я вижу в своей посылке. Это очищающий крем с манго. Но... Он просто так называется. На самом деле это не крем. Это, так сказать, пилинг-скатка для лица. У меня уже есть точно такая же пилинг-скатка. Вот та баночка, которую я заказывала ранее. Я ей пользуюсь регулярно. Мне очень-очень нравится данный продукт. На самом деле отлично очищает кожу. Убирает все роговевшие частички. Отлично отшелушивает. Поэтому взяла второй раз, так как мне очень-очень понравился данный крем. Даже не крем, гель, что ли, как его назвать? Он, конечно, называется крем, но это по факту не крем. Это просто пилинг-скатка такой вот в виде геля. Наносим на очищенную кожу лица и начинаем вот таким образом просто катать по коже. Как бы распределяем, и спустя некоторое время данный гель вступает в реакцию с вашей кожей и начинает очищать, скатывается вот в такие вот комочки. У меня сейчас руки супер чистые, потому что я вчера ходила только в баню, и в принципе мне сейчас нечего отшелушивать. Я вчера пользовалась скрабиками, пилингами, вообще всем, чем можно, поэтому
особо показать не могу. Но если даже я использую данное средство спустя пару дней после похода в баню, все равно им есть что скатать, что найти и где убрать роговевшие частички. Просто на самом деле у меня сегодня кожа очищенная, и у меня ничего не выходит. Но на самом деле иногда скатывается очень-очень много. Я даже удивляюсь, откуда столько грязи может быть на коже. Аромат у данного средства нейтральный, не ярко выраженный, такой немножечко сладимый, но никого, я думаю, не потревожит, не будет раздражать, так как он еле-еле уловимый. Аллергия раздражения не вызывает. Пользоваться им одно удовольствие. И да, не рассказал, что нужно делать дальше. После того, как покатали на коже данную скатку, почувствовали, что больше ничего не выходит, либо высохло, впиталось, либо отшелушило все, что можно, нужно будет смыть данное средство водичкой с лица, и после уже можно пользоваться своими уходовыми средствами, которые обычно наносите после умывания. Действует средство довольно-таки бережно и нежно, аллергии и раздражения у меня не вызвало. Также я не почувствовала, чтобы кожа после использования суперсильно пересыхала, поэтому могу рекомендовать. Мне на самом деле это средство понравилось, поэтому я его заказываю второй раз. Просто эту банку не открываю, так как у меня здесь еще не до конца использованный продукт. Как бы мне хочется сначала добить эту баночку, а потом я уже перейду к этой. Сегодня у меня прям посылка такая моих must-have продуктов, которые мне очень понравились. Я их заказываю второй раз. Так, следующее, что я здесь вижу. Продавец мне положил в подарок вот такую эмульсию. Объем 2 грамма. Подобную эмульсию мне уже ложили. Я уже пользовалась ею. Довольно-таки приятно. И я думаю, если все их собрать, у меня уже есть полноразмерка данного продукта. Следующий продукт, который мне хочется вам показать, я также уже им пользовалась. Это один из моих любимчиков. Это крем-воск для рук. Можно сказать, маска-пленка для рук. Кто как ее называет. Потому что она действует в виде пленки. Как бы наносишь ее в виде крема на руки. Я уже заказываю второй раз. Сейчас покажу вам свою предыдущую баночку. Вот баночка, ту, которую я заказывала ранее. На самом деле я пользовалась ей всего лишь один раз. И мне так понравилось это средство, что я решила заказать второй раз, пока оно есть в продаже, пока я про него не забыла. Вот таким образом выглядит само средство. Аромат у него обалденнейший, очень вкусный, пахнет чем-то сладеньким, скорее всего манго, так как он с ароматом манго. Выглядит все это в виде маски, пленки. Наносим вот таким образом на руки и оставляем все это до полного высыхания. Я бы сказала, что данный продукт действует как увлажняющая маска, пленка. Она сейчас подсохнет на руке, напитает кожу, и потом ее просто как пленочку уберу с руки. Я думаю, что это будет ближе к концу видео, так как нужно время для того, чтобы данная масочка подсохла. Так как я уже пользовалась данным продуктом, хочу сразу вам сказать свой эффект после использования, то, что я ощутила. После того, как снимешь данную маску, кожа очень мягкая, увлажненная, приятная на ощупь. Мне даже показалось, что она становится немножечко белее и более гладкая, что ли. И также после использования на коже сохраняется очень приятный сладкий аромат, который в некоторое время даже держится на коже, несмотря на то, что я мыла руки. Классная маска, классный вот этот воск для рук. На самом деле, если у вас кожа на руках обезвоженная, нуждается в питании, то очень-очень вам рекомендую, так как неплохо увлажняет, питает кожу. Аллергии и раздражения данный воск у меня не вызвал, поэтому ничего плохого сказать не могу. Я ощутила только положительные эмоции, положительные впечатления и результат после использования. Ну и последний продукт в моей посылке. Здесь больше ничего нет. Это у меня крем для депиляции с ароматом манго. Объем флакона должен быть 40 грамм. Давайте тоже откроем, посмотрим, как это выглядит внутри. Тут также имеется язычок, с помощью которого легче открывать. На предыдущей коробке также был язычок. Так, внутри у нас находится вот такой крем с лопаточкой. И также имеется к нему инструкция по применению. Полный состав, какие ингредиенты входят в данный продукт. Так вот он выглядит. На самом деле я уже заказывала на Алиэкспресс
крем для депиляции, и мне понравилось, как он действует. Убирает волоски довольно-таки неплохо с одного применения, но есть минусы данного применения. Это то, что неприятный тухлый запах был у предыдущих кремов. И также для использования нужно наносить довольно-таки хороший слой. Если нанести супер тоненький слой, то крем просто не подействует, ничего вам не уберет. И также, как показывает практика, данного флакона хватает всего лишь на одно применение. Как бы, если вы будете депилировать ноги, вам хватит всего лишь на один раз на обе ноги. В лучшем случае, потому что расход у крема нормальный, а здесь не так много. Как мы видим, крем запечатан вот таким образом. И внутри у нас обыкновенный белый кремик. Я его выдавливать не буду. Депилировать пока ничего не собираюсь. И да, аромат у данного крема, как у всех предыдущих, которыми я пользовалась ранее, ничем не отличается. Срок годности 36 месяцев после вскрытия упаковки. Ну, 36 месяцев он у меня не пролежит. Я его использую раньше, чем выйдет срок годности. И также, смотрите, вот инструкция по применению. Тут, в принципе, так и написано. Наносим крем, оставляем его на 5-8 минут, а потом при помощи лопаточки просто убираем волоски вместе с кремом. И все хорошенько должно убираться. По этическим нормам и соображениям я не буду показывать, как этот работает крем на себе. Предпоследняя посылка, которую мне хочется вам показать. Здесь у меня всего лишь один небольшой товар. Здесь у меня блок питания для зарядки телефонов или чего-либо. Да, я много блоков питания заказываю в последнее время, но на самом деле они все нужные. Часто используются, можно сказать, ежедневно. Я заказываю много гаджетов, и, как правило, они все приходят без блоков питания, поэтому это сейчас у меня прям необходимость. Достала данный блок питания, прям ощутила такой неприятный аромат пластика. На самом деле, очень-очень сильно пахнет, но, как показывает практика, обычно данные запахи улетучиваются буквально спустя пару дней, выветривается все и ничем больше не пахнет. Данный зарядник предназначен для зарядки сразу трех различных гаджетов, как бы для подключения. Также он имеет зарядку 3.0. И посмотрите, вот его параметры. Видимо, все три входа. Один у нас на 5 вольт, 9 вольт и 12 вольт. Как бы кому что нужно. Я так понимаю, вот этот у нас самый скоростной и самый сильный. Посылка ко мне пришла быстро, конечно, но я бы не сказала, что прям супер-пупер быстро, где-то месяца за полтора. Но трек номер отслеживался. Все это пришло у нас запаковано вот таким образом. Как бы имеется фирменный пакет, я так понимаю. Так, внутри у нас еще была визиточка от самого продавца. Вот такая вот. И сам блок питания, который также запакован в пленку. И еще блок питания был упакован вот в такой пакет, на котором тоже ничего не понятно. Но буду проверять то, как он работает. И почему я заказываю на AliExpress блоки питания, так как показывает практика, они все работают хорошо, заряжают на отлично, и цена у них на порядок ниже, чем если покупать в местных магазинах. Поэтому беру там не в первый раз, мне очень нравится, и я думаю, этот будет ничем не хуже, чем все предыдущие. Ну и последняя посылочка на сегодня, она у меня вот такая объемненькая, в ней у меня должен находиться один товар. Надеюсь, я в этом не ошибаюсь, потому что бывает такое, что думаешь, в пакете один товар, а потом выясняется, что на таможне объединили 2-3 посылки и все сложили в одну. А ты ждешь, когда тебе придет что-то другое. Так. Да, внутри у меня один товар. Здесь у меня парик. Давно у меня их не было. Я даже по ним соскучилась немножко. Неоднократно говорила, для чего я их заказываю. В этот раз я не буду повторяться в этом видео. Если вам интересно, смотрите мои предыдущие распаковки с посылочками. И там я рассказывала более подробно. Так, в подарок продавец положил вот такие вот реснички накладные, как правило. Они все без клея. Да, на самом деле клея здесь внутри нет. Клей нужно покупать отдельно. У меня очень много накладных ресниц собралось, а вот клея у меня уже нет, закончился. Нужно будет заказать себе клей. Так, в комплекте с париком идут две шапочки вот такие, для того, чтобы можно было спрятать волосы. И я вам скажу сразу, это не самые удобные шапки, которыми я пользовалась, потому что мне нравится больше, когда приходит шапочка в виде сетки, а не в виде вот такого чулка. Потому что сетка, мне кажется, ее использовать намного удобнее, хотя на голове они держатся одинаково, что носок вот такой вот, что сетка.
Ну, просто дело вкуса. Мне больше нравится, когда сетка, а так особой разницы нет. И также, в принципе, есть различия. Когда приходит сетка, она приходит в одном экземпляре, а здесь у нас две шапочки. Может быть, даже это и лучше, потому что если у вас одна шапка выйдет из строя, у вас всегда есть что-то на замену. Ну и, конечно же, сам парик, который находится у нас также вот в такой вот сеточке, для того, чтобы он не растрепался при транспортировке. В этот раз я выбрала парик голубого цвета, вернее, с голубыми волосами, потому что такого у меня еще не было, и мне очень хотелось чего-то интересного, новенького. Внутри парика, как мы видим, находится уплотнительная бумага, чтобы он не помялся. Я не вижу здесь никаких этикеток. Обычно бывает еще этикеточка приклеена, прикреплена. Но здесь нет ее. Внутри парик выполнен очень-очень хорошо. Сверху имеется имитация головы. И никто из посторонних не догадается, что это не ваши волосы, если вам этого не хочется. Также спереди имеются две вот таких заколки, с помощью которых парик фиксируется довольно-таки надежно и не сползает. Вот, макушка у нас уплотненная. Далее волосы пришиты вот таким образом. Их довольно-таки много. Руки мои не просвечивают. По бокам имеются вот такие резинки, с помощью которых также можно зафиксировать парик на голове, отрегулировать его по размеру, чтобы он у вас не катался, если вдруг по обхвату он окажется вам большой. И также сзади на затылке имеется еще одна заколочка, которая зафиксирует волосы сзади. Снизу парика волосы пришиты к самой кромке. Если у вас что-то задерется, то никто все равно не увидит, что это парик. Волосы длинные, прямые, очень приятные на ощупь. И со стороны вообще можно подумать, что это настоящие волосы, хотя они синтетические. У продавца данный парик был в нескольких расцветочках. Можно было выбрать другие цвета, но, как я сказала, я люблю экспериментировать. Париков у меня много, поэтому я выбрала вот таком вот серо-голубом цвете. Я бы не сказала, что прям это супер-пупер голубой, но это серый с голубым отливом. Очень приятный цвет, необычный. Очень-очень новогодний, я бы также сказала. Ну и пока я снимала, моя масочка по краям уже начала высыхать. Здесь она еще влажная, поэтому давайте я вам покажу с краю. Не буду ждать полного высыхания, потому что это очень-очень долго. Только покажу, как она снимается с краю. Здесь я нанесла супер тонкий слой, поэтому она, возможно, будет рваться. Хотя нет, снимается все хорошо и рвется только там, где уже начинается влажная часть, где маска еще не высохла. Посмотрите. Прям этот кожа после использования приятная, мягкая на ощупь, такая увлажненная. Очень-очень мне нравится. И снимается маска довольно-таки комфортно. Но нужно наносить, конечно, слой потолще, чтобы она не рвалась так, как у меня. Потому что если тоненький слой, то масочка рвется. Не снимается одной пленкой, но если нанести слой потолще, то она снимается очень-очень хорошо, комфортно. Как бы взяли и все полностью сняли, как перчатки. Ну и, конечно же, по традиции показываю то, как этот парик нужно надевать, как он смотрится в деле. Первым делом нам нужно убрать свои волосы при помощи чулка, спрятать их, а уже после можно фиксировать парик на голове. Сначала его надеваем на голову, далее уже закрепляем сзади резиночками, поправляем и все, вуаля. Парик надет, вы красотка, все легко и просто. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались вопросы, пишите. Повторюсь, ссылочки на все товары вы найдете в описании под видео. Если что-то понравилось, проходите, смотрите более подробно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.